Да, парень работает на улице, минус 5, постойка на минус 5. Так-то мало приятного. Я что думаю, рыбки хочется так, капец. Так. В общем, взял на пробу парочку пеледей. Вот этот забыл, как называется? Жереха. Один хвост. И вот этот вот усач. Вот такие вот, без костей. Штука. В общем, десятка обошлась. Вот. Надо приходить, когда дома будем, за форелью. Будем солить. Сами. Доброго. Казалось бы, всего 5 градусов мороза. Да, так, говорят, так 2-3 дня будет такое. А так-то подмораживает на улице. Вот сейчас где-то походил. Мало приятного. 30, что, 30-40 будет еще? Нет, 30. 30? Да, 30. Когда? Следующую неделю. Жесть. 3 дня будет. Вообще из дома выходить не буду. Откуда циклон такой, блин, зараза? А что, в марте уже тепло будет, да? В марте тепло будет уже? В общем, февраль, до февраля надо пережить. Февраль, да? Сейчас я вас освобожу. Да, может, вам чай горячий налить? Нет, спасибо. Пусть. Спасибо. Ну что, давай принимать. Так, будем. Принимаем. Боже, где эта коробка? Надо же быстрее. Вы тоже торопитесь, да? Да, у меня адрес много. Сегодня второй рейс сделал. Я постараюсь побыстрее, но я должна проверить все. Хорошо. Садитесь, посидите. Нет, спасибо, садитесь. Нормально. 25, 10, 78. Все, коробка наша. Отлично. Коробку сверили. Коробка наша. Сколько у нас там? Вот там написано. 12 штук. Подождите. Я же сейчас ее только принимаю. Ага. Я же ее уже принимала. Так, Юль. Вот коробки мне не хватает. А документы? Это довезли, что ли, да? Получается. Одну коробку довезли. Да. Вот, смотрите, у меня эти документы подписаны. Вам дубликат сделали, что ли? Не знаю, когда это было. Вот я вот сейчас его принимаю. Вот, приехал, вот. Когда приехал? 16-12. Сегодня? Да. Кто, вот. Аслан? Нет. Кто приехал? Еще один какой-то. Раздыков. А там недостача была, да? Там недостача была. А все это? Одна вот коробка. Это вот это нет, я подождите. Подождите, а я-то делаю акт недостачи. Ты уже сделала? Ну, я сейчас тогда могу доприходовать, наверное. Добавить. Так, а можно открыть, посмотреть, что в коробке у нас, да? Да, конечно, открыть, посмотреть. За 2 дня сейчас они будут. За 2 дня у меня машина стоит. Дизель там это ставишь. Да. Давайте откроем. 220. Так, количество. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот один из... Я в поддержку пишу, и я могу добавить товары, привезли. А он же мне ничего не сказал, что он привезет. Я уже всех на уши подняла. Где мой товар? Так, один из них заканчивается 99.01. Блин, фокус не ловит. Есть такой 9901. Начинается на 83. Ну, по крайней мере, один точно сходится. Ну, вот они 7, которые не до сдачи, да? Да.
В общем, нам довезли то, что не привезли за... Нет, или привезли, или не привезли, я уже запутался. В общем, привезли кучу ящиков, два или три. Три, наверное, да, Юль? Вообще. Что наше, что не наше, сейчас разбираемся. В общем, все, что неделю ребята принимали и не могли принять, вот хотим принять сейчас. Буду помогать. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Десять. И еще есть. Раз, два, три, четыре. 14 того. Жесть. Так, и вы мне еще какие-то документы дали. Эти я вам старые отдала, да? Угу. О, не запутаться. Я не говорили, это два ящика вчерашние и... Так у нас еще больше. Так, теперь, вот, теперь опять лишнее, да. Так, это что? Один парный ящик, в общем, в составе 4 метана. Фу. Один парный ящик, 5400. Это он был? Это не он. Я не знаю, как определять. 40-68, 13-60, 40-600. Здесь товары. У меня еще 3 магазина есть. Может, пожалуйста? А я не могу побыстрее, я даже не понимаю, чего мы привезли. Я могу сделать, знаете как? Я могу вот эти документы вам отдать. Вот эти. Почему? А потому что у меня тарного ящика нету. А может, мы все-таки доразберемся, а то у нас путаница еще дальше будет больше. Потому что мы всю неделю путались. Вот. Вы, и сейчас, если мы опять примем криво и косо, опять будет проблема. Вы с документами можете заехать или нет? Давай принимай тогда, как есть. Тогда нужно прям по каналу да. принимать. Давай примем так, как положено. Дальше путаницы не будет. Дальше... Или я вот здесь пишу, что у меня пришел тарный ящик и пришло 14 позиций. Я буду писать излишек сюда, а эти документы принимать не буду, потому что здесь все равно их не хватает. Их 12 должно быть. Тогда напиши, это 12 положено. Нет, я не напишу, здесь их нету. Вообще вот. Нету? Нет. Чтобы мне понять, мне нужно товар проверить. Мне проверить его? Давайте проверять. Не, мое время держит. Просто у меня 3 минуты. А вы наше время держите? Нет, подождите. А мы вот... Мы неделю... Я, мы же неделю приезжали. Я этому не отвечаю. Документам и товарам. А я только... Ну вот присядьте. У вас есть 15 минут? Посидите немножечко. 15 минут уже ушло. Нет. Ничего не ушло. Нет, ну и вон там стоит. Пол газели стоит. А может там в той газели есть наши перевозки? 23,56. Вы даже вы подписывали? Да. Да? Вот, а он не подписал у вас. Так, ну что, пересчитали все товары. Мне опять нужно это. Не знаю, сколько наши, не наши. Фиг разберешься. Нет, товары наши. Вот. Все. Теперь нам довезут еще 5 штук и еще привезут товар за 8 число. Да? И тогда мы пройдем. Все. Спасибо большое. Слава. Спасибо за терпение. За терпение. До свидания. Да. Часть на следующий раз. Да. Спасибо. До свидания. До свидания. Когда муж всегда рядом, он всегда поможет. Я думаю, нужно водителя чаем поить сразу. Пришел, чаю налил, да. Чтобы он не волновался, пускай сидит, чай пьет. Да, да. Надо купить, в общем, чайники, чашку для водителя. И пускай сидит, пьет чай, потому что, чтобы он не дергал никого, не переживал и вообще с нашими сотрудниками здесь дружил. Правильно? Да, абсолютно. Хорошая идея будет. Очень прекрасно. С печенюшками. Расходы небольшие, зато... Это сэкономит огромное количество нервов и других издержек. Знаешь, эти сделать?
Ну, вот как я тебе говорила, мне дают в маникюрных салонах, да? Да. Маленькую коробочку мне такую дают и чай. Да. И вот я сижу, чай пью и коробочку. То есть первое, что должен сделать быстро в одноразовый стакан налить чай и дать вот эту маленькую штучку с орешками, что-нибудь с конфетками, да? Ну да. Вот так сделаем. И потому что они целый день, они тоже голодные. Ну, 100% голодные есть. Ну да, хотя бы чайку попить с сахаром, то да, неплохо. Ну, давай приходовать товар. Ну, это уже дальше сама. Могу помочь, конечно, попикать. Ну ладно, попикать. Я не знаю, правда, не совсем правильно его приходовать, потому что они тебя привезли в тарных ящиках, а мы его пересчитали россыпью. Тарные ящики не совпадают. Если тарные ящики сейчас пробьешь, у тебя количество выдаст не то. Тебе нужно, мне кажется, ну я не знаю, я не очень разбираюсь. Нет, тарные ящики не будут. Тарный ящик мы не пробиваем. Потому что сейчас пробьем тарный ящик, у нас все встанет на учет, да, криво опять. Да. Причем встанет с тарного ящика, который не из нашей поставки. Притом встанет еще и три товара. А три товара вообще в накладных нету. Это засыл, они лишние. Да. Ну вот и закончился этот день. Сегодня приняли много посылок. 659. 20 посылок. Вот приехало наше 659-е такси. Honda. Какая-то Honda, в общем. И с другой стороны тут. Садись. Что, это можешь багажник кинуть? Я не знаю. Или так утащим? Здрасте. Так, ну все. О, какое красивое такси. Все подсвечивается. Такое мы еще не видели, да, Юль? Прикольно сделали. Вы сами мастерили, да? Класс. А там нет выезда.